Хочу показать свой фундуковый сад. С этих двух кустов у меня началась моя история с фундуками. Сейчас перейду, покажу. В прошлом году купил элитные сорта и посадил их по турецкой технологии. Вот 5 штук. Трапезунд, шедевр, сирена, шедевр, трапезунд. А вот это сеянец. Надеюсь, что в этом году они мне дадут урожай, эти фундуки. В прошлом году вот этот левый дал сигналку один орешек. А на этом еще не было. Что характерно, им около 8 лет, я ни разу не видел на них сережек мужских. Ни разу. Орешки были, а вот сережек не было. Ну все.